Фотоловушка, установленная в вольере спасенного котенка дальневосточного леопарда Лео-260М, зафиксировала охоту зверя на дикую мышь или крысу. Будучи естественной частью рациона редких хищников, для леопардов-подростков грызуны выступают таким же объектом для игры и развития охотничьих навыков. Специалисты надеются, что повзрослев, леопард сможет вернуться в дикую природу, однако для этого ему необходимо пройти курс реабилитации. В первую очередь предполагается оттачивание охотничьих навыков. Помимо кроликов, котенку леопарда недавно был выпущен молодой олень. И если добыча оленя – это пока дальняя перспектива для юного леопарда, то на объекты поменьше охота определенно удается. Так, кроме кроликов, хищник успешно добывает диких мышей и крыс, живущих на территории вольера.